Здорово, народ, с вами Варчик. Я проснулся, сварил себе картошки, и значит время рассказать вам про танчик. Гочки с ЕБР. На момент этого видео я выкачал уже девятку, и в целом могу сказать следующее, что с 6 по 9 уровень мой самый любимый колесный тунчик — это 7. Поскольку у него нет режима, вы всегда едете одинаково стабильно, 70 вперед, 40 с чем-то там назад. Конечно, 40 с чем-то назад — это минус, как для колесных танков, поскольку это не столько же, сколько вперед. Но в целом играть довольно-таки комфортно. Хоть и угол поворота колес 18 написано, максимальный, но этот танк поворачивает намного лучше, чем шестерка. А все потому, что у него не только передние колесики поворачиваются, но и задние. И за счет этого танчик поворачивается очень хорошо. Также еще пушка для 7 уровня здесь очень комфортная. У нее есть, конечно, небольшой плюс-минус в виде точности 0.4, но на 7 уровне этого достаточно, поскольку пробитие 160, альфа 170. И сведение 1.6 плюс хорошая стабилизация. Ставим досылатель, просветленку, вентиляцию, допаек, маленькую ремку, маленькую аптечку и в бой. И все у нас будет комфортно. Мы нормально будем бодро кататься в бою. При возможности можем активно посветить. А в целом мы можем тащить бой просто за счет пушки хорошей. Плюс еще меня лично кидало так часто в топ, что просто капец. 7 уровень — это просто персик. Если шестерки часто кидают к восьмеркам, то семерки часто кидают в топ. Вот в принципе и все. Конечно, есть еще у него небольшой минус. Ну как небольшой? Циферка-то небольшая, 310. Но это наш обзор. Вот бы 310 пробития. Да нет, это обзор. Но в целом 310, я вам скажу, это неплохо. Знаете почему? Потому что у 8 уровня тоже 310. И Гочкис такой сидит. Бля, Линкс, ну ты и хуета. Ладно, я на 7 уровне 310, но ты на 8 310, это нечто. Представляете, с десятками 310. Ой, что-то я уже начинаю обозревать другой танчик. Ну ладно, мы для него отдельную могилку еще выкопаем в следующем видосе. У Гочкиса еще, казалось бы, есть такой минус, как башня немного сзади находится. Но в целом, я когда играл на нем, вообще этого не замечал. Поскольку ромбовать нам не надо, танковать нам не надо. От холмиков играть довольно-таки приятно. Скорость нам позволяет выехать оттуда, откуда мы хотим. Единственное, что этот танк, как и все колесные, не может разворачиваться на месте. И для этого нужно нам заранее подбирать углы подъезда к тому месту, откуда хотим стрелять, либо подсвечивать. А еще лучше не разворачивать танчик, а отъезжать назад. Ну а если мы хотим менять позицию, то танк очень хорошо поворачивает, да и довольно неплохо едет. Что еще сказать, это мой любимый колесный танчик из всей ветки, если не считать десятку. Поскольку десятку я еще не выкачал. Как по мне, шестерку, семерку можно своими руками спокойно проходить и вообще ни о чем не париться. А вот восьмерку нужно проходить либо за свободку, либо в укрепе, либо в КБ, либо на линии фронта. Но в рандоме ее проходить — это что-то не очень. С вами был Варчик, играть красиво, пока!